Привет, вы на канале Гастропутеводитель. Я себя неожиданно попробовал в роли тайного покупателя. По просьбе дружественного кафе я сделал заказ. Итак, в заказе у меня пхали, грузинская закуска, хинкали, сейчас посмотрим, что это такое, хачапури по-аджарски и донер, он же шаурма. Я заказал куриную, вот, в лаваше. Вот такая. И приборы. Начнем, думаю, с хинкали. Вот упаковочка. Как ее открыть-то? Опа. Вот так выглядит. Ну, да, вот так. Большие, аппетитные, горячие. Для чистоты эксперимента попробуем взвесить хинкали. Опа. Блин. Опа! Смотрите, развалилось. Не задачка. Так вот. Это тоже помятая. Ребята удивлялись, почему у них такие плохие отзывы на службе доставки. Кое-что начинает проясняться. Мне мой заказ оплатили, а так бы я, конечно, и зашел с желчью. Вот такая история. 50% хинкали, которые мне достались, развалились. Ну, на самом деле, даже больше 50%, потому что из двух оставшихся типа целых вылился сок. Не знаю, нормально ли это. Вот. Ну, мне кажется, нет, не нормально вообще. Жуть, да? А так хотелось попробовать настоящие хинкали с бараниной. Эх. То ли есть их вилочкой. Вот так. Да-да-да. То ли вообще не есть. Вот такая грустная история. Тын-тырин-тын-тын-тын-тын. Боль и страдания. Печалька. Печалька. И обратите внимание на единственную оставшуюся в живых хинкалину. Она все равно с дырочкой. Сок вытек весь. Хачапури по-мигрельски. После фиаско с хинкалями я уже не знаю, как к нему относиться. Но попробуем. В первую очередь надо взвесить. 283 грамма. Вот. Я небольшой знаток этого дела, но знаю, что надо смешивать. Яйцо должно смешаться с сыром, и это должно быть вкусно. Ну так себе, если честно. Шаурма куриная в лаваше. Весом 344 грамма. Сейчас посмотрим, что она собой представляет внутри. Я порезал ее пополам. Давайте же посмотрим, что там. Опа! Вот такая. Сейчас попробую. В принципе, донер неплох по вкусу, но, блин, она тоже развалился. Я вообще весь извозюкался этим соком. Что-то у ребят с прочностью, мне кажется. И вот последний лот нашего заказа. Пхали. Традиционная грузинская закуска, наверное. Вот. Весом 90 граммов, вопреки обещанным 99. Это с травкой. Вот сейчас попробую, как на вкус. Были варианты свекла и шпинат. Я почему-то выбрался шпинатом. Ну, на вкус вы удивитесь, но примерно как трава. Так, не особо.
Я пробовал пхали, вроде было вкуснее. В итоге мой тайный заказ был настолько неудачным, что я вообще не скажу вам название кафе и надеюсь, что у них дела поправятся очень скоро.